Привет, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. Мы находимся в городе Эйлат, это Израиль. И вот сейчас посетили обсерваторию, видели очень чудесно красивых, ярких, разноцветных рыбок, кружевные растения, как будто вывезенные крючком, кораллы. И вот здесь мы сейчас поднялись на самую вершину. И здесь сразу четыре страны. Представляете, это Израиль, Египет, Саудовская Аравия и Иордания. Представляете, сразу четыре страны, и мы сейчас вот находимся в центре, на высоте. Очень, конечно, красиво, синее море. А вот здесь мне очень нравится, как выглядят вот эти вот в горах прям домики. Посмотрите, как красиво. Вот такие вот холмистые горы, и вот много-много коттеджей. На фоне пальмы. Где-то спить.